Плетением в Чувашии занимаются с давних времен. Это один из немногих народных промыслов, где красота успешно сочетается с утилитарностью. Таких мастеров в республике немного. Андрей Чердаков – один из них. Плетение – это хобби и заработок. Для плетения корзин идут, которые хорошо гнутся. А такие вот, например, пути, они идут, можно так рукой показать. Идут на основание. Начинаем с основания. Крестом с двумя прутьями начинаешь плести, чтобы основание было крепче. Так за один день Андрей может сплести две корзины. Они имеют разные формы, но основа у них одна. Всерьез плетением он занялся 3 года назад. Раньше только помогал отцу. Изготовление корзин у Чердаковых – дело семейное. Круглые и вот эти овальные – шаблонный, квадратный шаблон. Привез отец мой. Один раз показал, как делать мне квадратные корзины, как сплести ее. И потом я начал плести эти корзины. Первые корзины у меня вот такие, они получались не очень хорошими. Потому что там были только ивовые прутья. Вот такие, вот, которые вот тут есть. А прутья я собираю такие в оврагах, где текут речки маленькие, где они растут. И в этом помогает собирать мне моя семья. Корзины на селе – вещь необходимая. В них можно собирать картошку, хранить в погребе лук, яблоки и многое другое. Творчество приносит прибыль. Корзины покупают соседи. Используют их и в декоративных целях. Ни одно из изделий не пылится в углу в ожидании покупателей.